В нашей стране, в России, у нас двойное благословение. Мы два раза празднуем Рождество по старому стилю и по новому стилю. Мы в нашей церкви не упускаем возможности порадоваться два раза, и 24 декабря, и 7 января. И мы проводим такие большие праздничные рождественские богослужения. Они отличаются. 24 числа у нас здесь в 11 утра будет богослужение, где концерт из рождественских, красивых, прекрасных, очень мною любимых рождественских гимнов. Поэтому мы приглашаем всех вас вместе с нами порадоваться Рождеству нашего Спасителя, вместе петь эти старинные, известнейшие, любимейшие нами гимны рождественские. Ну и, конечно, мы будем читать места из Библии, посвященные Рождеству, и молиться за всех больных, нуждающихся, веря, что сила Божья может решить любые проблемы и вывести нас из любых тупиков. 7 января у нас, помимо рождественских гимнов, еще будет театральная постановка, тоже связанная с Рождеством. И мы вас всех приглашаем 7 января, но уже в 12 часов дня, к нам сюда на рождественское богослужение по адресу Екатеринбург, улица Шейкмана, 7. Мы любим вас, мы ждем вас, и мы хотим вместе с вами отпраздновать Рождество нашего Спасителя Иисуса Христа. Добро пожаловать!